хороший кто-то. Вот это поклевка. Привет, рыбачки. Сегодня волею случая у меня оказалась вот такая предсерийная модель от компании Тим Дубна. Дмитрий Евгеньевич Шабальна. Сегодня попробую на нее половить. Посмотреть, выпала такая возможность. На спинге вот маркировка 2,8 грамм фаст. 702 длина. Я поставил катушку Страдик 16 года C4+. И шнур 0,2 Варево Слайд Гейм. Попробуем 0,5 мормышечку. Я уверен, здесь рыбка есть. Просто 0,5 грамм я до нее не добрасываю. Сейчас поставлю вольфрам граммовый. Шарнир. С той же приманкой попробуем. Первый забор лосик. Что примечательно, на этом месте я ловил уже сегодня и на полграмма, и на грамм шарнир. Ну вот поставил 2 грамма джекрик с той же приманкой фиштейл. С первого же заброса произошла поклевка под берегом. О, окушок. 2. Два кушка прям преследовала. Рядом схватил самый смелый. Джекрик 2 грамма. Вот тут поклевка, чуть даже не ожидал. Блин, ну странно, тут глубже намного. Намного глубже, вон дна даже не видать. Как и окуня не видать. Другой разговор. Надо поныть же. Как же? Хороший кто-то подсел. На самом выбросе 6 грамм. И фиштейл. Хороший окунек. А, да не, маленький. Ты уже оттолкнул. А как ты хочешь делать? Ну давай одновременно уходим. Не, давай. Давай. За палку. Держишься? Ну да. Ну и поплыли.